Третья национальная конференция целеустремленных здоровых церквей прошла в Зеленограде на базе Зеленоградской баптистской церкви. Почти 200 участников из 9 стран, 36 городов. Конференция для тех, кто желает видеть церковь здоровой, исполняющей великое поручение и великую заповедь Иисуса Христа. Здоровье происходит не только от того, что мы знаем, от самого общения, когда мы помогаем один другому, вдохновляем, потому что кто-то сталкивается с какими-то непредсказуемыми переживаниями, когда вступили на стезю здоровья, то поняли, что многое нужно изменить, и, соответственно, где-то пугаются, потому что все было стабильно, а тут вдруг узнал, что, оказывается, не все хорошо, и многое нужно изменить. И подобные конференции, они помогают не отчаиваться, видеть, что здесь десятки и сотни таких же, как они, кто прошел уже этот путь, кто-то проходит этот путь, кто-то только начинает этот путь. Мы говорим именно о здоровье. Мы говорим о том, что церковь должна быть небольшой, церковь должна быть здоровой. Целью ежегодной национальной конференции является собрание как практикующих целеустремленную парадигму, так и для начинающих проводить церкви через изменения. Задача в том, чтобы оснастить служащих пасторов всем необходимым для служения Богу и людям. На конференции пасторы делились успешным опытом и откровенно говорили о совершенных ошибках. Мы хотим видеть церкви растущими. Но прежде всего мы хотим, чтобы наши церкви были здоровыми. Мы хотим видеть церкви, где спасаются люди и где люди духовно возрастают. И эта конференция помогает нам разобраться в этих нелегких вопросах, для того, чтобы наше пасторское служение, оно было благим и легким для каждого из нас. Наша церковь, она молодая, ей совсем немного лет. Церковь в мегаполисе, и поэтому для нас очень важно сфокусированное видение, целеустремленное, чтобы наши цели, все наши 5 целей, они были выверены. И здесь мы как раз об этом говорим. Очень ценное время для того, чтобы в будущем мы не пожалели о том, что в прошлом делали что-то не так. Поэтому для нас это очень принципиально важная конференция. Что-то произошло после семинара, который провел у нас в Калининграде Павел Николаевич, и он очень хорошо объяснил свой личный опыт, каких церковь перешла. Я посмотрел и вижу, а там действительно Библия, там библейский опыт, там, в принципе, заповедь Христа, чтобы мы любили Бога, любили друг друга, и великое поручение. Просто изложено все так достаточно хорошо. И мы взяли и вот с осени начали применять в своей поместной общине, начали семинары писать, начали внедрять эти семинары, книги стали, и просто, ну, сами заметили, как улучшилась атмосфера в церкви, во-первых. Во-вторых, то есть люди поняли, как они могут духовно возрасти, и я лично, как пастор тоже церкви, то есть, ну, увидел, как можно вести церковь к росту, к развитию и духовному росту каждого члена церкви. В завершении конференции все собравшиеся прочитали вместе завет целеустремленного сообщества, посвятив себя задаче выполнения Божьего поручения достигать мир и Евангелие. За последние годы выросло количество целеустремленных церквей и продолжает расти. Заполненная анкета обратной связи свидетельствует о желании быть здоровыми целеустремленными церквями. Нам всем нужно и вдохновение, и Слово Божие, и откровение от Бога, но нам всем необходима структура и хорошая организация наших церквей, тем более мы все рассчитываем на движение, на рост, на развитие, и для этого очень важно здоровье. Вот обо всем этом говорится на этой важной конференции. Очень хорошее время, хорошее общение, хороший материал, общение в кулуарах, все очень здорово. Информационное бюро «Спектр», Зеленоград.